Площадь Лугового во Владивостоке сегодня затопила кипятком. Вода залила дорогу и пешеходные дорожки. Люди не могли спуститься с виадука, внизу их встречала река кипятка. Вся площадь была окутана клубами пара. В районе Новоивановской 3 произошел сильный порыв на сетях горячего водоснабжения. В сторону спортивной собралась пробка. В пресс-службе ФПС подтвердили, что порыв произошел на их сетях. Сейчас аварийная бригада занимается устранением течи.